В Якутске произошло обрушение внутри квартиры. ЧП случилось днем в доме по адресу автодорожная 38/12. В жилой комнате с потолка упала несущая балка. Чудом никто не пострадал. Трое детей, проживающие вместе с мамой в этой квартире, как раз отъехали в гости к родственникам, а хозяйка жилья отделалась легким испугом. Отметим, что дом признан аварийным и идет расселение жильцов, однако в большинстве квартир люди до сих пор проживают. 2:45 сидела, смотрела телевизор, и балка вот прямо буквально упала. Вот. Хорошо, что детей не было, дети у бабушки. До этого два дня, отсюда сверху всегда вот штукатурка сыпалась.